еще один подарунок региону до надыходящего свята. Сегодня у Мазары урочисто сдали в эксплуатацию жилый дом. Ключи от квартиры отримали 176 семьев. Наши корреспонденты оценили умовы, у яких будут проживать новоселы. Первые дамы у этом микрорайоне з'явились 3 года тому. Покуля его нават нема уласной назвы, только личбовый номер – 11. Мясовых жихаров гэты факт не засмучая. Головная – наявность уласных кватер. У доме, які сдали сегодня, их 176. При этом 41 побудованная с державной подтримкой для шматдетных семей и семей, якія выховывают детей за межаванными физичными махчимостями. З уликом того, что пераважная большая кватер по жаданию новоселов сдается без отделки, заселение будет проводиться поступово. Что тычется дальнейших планов этого года, то праз некалькі тыдняў у городе будут сдадены еще 2 шматкватерные дамы, что дозволить выконать план по будаўніцтве жилья у полном объеме. 65 тысяч квадратных метров мы выходим на эти показатели. Ноябрем месяцем многоквартирные дома все будут введены. Останутся индивидуальные жилые дома и танхаусы до конца года. Сегодня будаўніцтва жилья у Беларуси сярод державных приоритетов. Урэшце размова идет не только об вырашэнні социальных пытанняў, але и экономичной складаючай. Основный забудовщик у Мазырском районе – мясцовы домабудаўнічы комбинат. Новое жилье для этого предприемства – магчымасць загрузки магутнасцяў и отповедная зарплата працуючых. Дарэчы, дом, які урачыста открыли сегодня, специалисты комбината сдали на 2 месяца раней, чым прадугледжвалася нормативами. Увогуле гэты год тут лічаць паспяховым. Что тычыцца наступнага, перспективы пакуль не дрэнныя. Наше предприятие рассчитано на 70 тысяч метров квадратных, поэтому мы загружены на сегодняшний день на 100%. Первый квартал на 100% загружены. Ну а дальше идут наработки на следующие кварталы, чтобы могли загрузить свое предприятие. Договора заключаем. У 2019-м Мазырский райвыканкам затвердил различенный на 2 года план по будаўніцтве и добраупарадкаванні. Причем одночасово с узвядением нового жилья этот документ предугледжывал так само капитальный ремонт. Сегодня уже можно сказать, что поставленные задачи не только будут выкананы, але и зроблены задел на наступный год. Зараз каля нового дома по улице Кеніка ведется будаўніцтва еще одного 176-кватерного дома. Як чакаецца, ключи от кватер новоселы атрымаюць у сакавіку 2021-го. Так само на 2 месяца раней нормативного термину. Олег Сенцюров, Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра.